Как-то раз в одном тихом городке у добропорядочных граждан возникли неприятности с Гарри. Джон Форсайт, Эдмунд Гвен, Милдред Нетвик, впервые на экране Ширли МакЛейн и Джерри Мезерс заняты в этой картине. Ситуация довольно щекотливая, поскольку неприятность состоит в том, что Гарри мертв. Я же говорил, мам! Не трогай Арни. Настоящий труп! Это же Гарри. Хвала судьбе. Он мертв. Да. Он не из местных. Но умер здесь, и это главное. Как неудачно. Несчастный случай, ей-богу. Я думал, это фазан или кролик. Я ударила его бутылкой с молоком и оглушила. Как его зовут? Жмурик. И он не мой. Все-таки это я его убила. Мы не можем придумать, что делать с Гарри. Может, вы что-то предложите? Сделайте из него чучело. И поставьте за стекло. Лучше за матовое. Кажется, сюда... Я упомянула вас раз, когда речь шла о странных людях. Прошу прощения. Эй, а что он делает у нас в ванной? Уютная романтическая комедия, сюжет которой крутится вокруг трупа. Альфред Хичкок представляет... «Неприятности с Гарри». Вам понравится.